84 ясени. Именно столько деревьев по числу погибших военных десантников в Аргунском ущелье было высажено в парке имени Василия Маргелова в Заволжье. Церемония закладки аллеи прошла в преддверии Великого праздника Победы. Но то сражение состоялось не в годы Великой Отечественной войны, а намного позже. Это была героическая страница Второй чеченской кампании. В бою участвовал уроженец Ульяновска, гвардии лейтенант Дмитрий Кожемякин. Герой России ценой собственной жизни спас из-под обстрела своего раненого однополчанина. В церемонии закладки аллеи принял участие председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Высадка вот этих деревьев должна символизировать именно память погибших, но и продолжение жизни. Потому что дерево – это символ жизни, это то, с чем она ассоциируется, символ памяти. Поскольку это память на многие-многие годы. И наша задача не только посадить сегодня эти деревья, но и в дальнейшем ухаживать и помогать им расти. Посадить памятное дерево пришли и простые ульяновцы. Школьники, студенты, волонтеры и спортсмены. Среди них был и чемпион мира по кудо Иван Шпет. Для меня это памятное знаковое мероприятие, так как здесь присутствует очень много спортсменов, просто людей неравнодушных к подвигу, который совершили наши герои. Спорт сам по себе воспитывает, скажем, не только тебя в физическом плане, но также и воспитывает тебе такие качества, как патриотизм, любовь к своей родине. Не случайно было выбрано и место посадки аллеи. Парк носит имя легендарного командующего воздушно-десантными войсками и служит не просто местом отдыха заволжцев, но и центром патриотического воспитания молодого поколения. Егор Цитов, новости дня, Ульяновская правда.